fucking hoes and popping pillies, man, I feel just like a rock star. All my brothers got that gas and they always be smoking like a rock star. Fucking with me, call up on no Uzi and show up, man, them the shot toss. Hey, ребята. Я так давно не сидела, не снимала видео. На самом деле, я была в особом просто состоянии, потому что я не понимала, какие видео вам интересны, что вам вообще интересно смотреть. Но, судя по всему, мой канал не только ориентирован сейчас на учебу, но вы также любите смотреть видео про сумки и моду в принципе. Поэтому я решила продолжить такую, скажем так, рубрику и решила вам показать сумки, которые каждый может себе позволить. Потому что после видео про сумки, люксовые сумки, у меня стали спрашивать: Лиза, а вообще, скажи, неужели нету нормальных сумках в масс-маркетах? Неужели, если у меня нету денег на люкс, значит, у меня нету денег на нормальную сумку? И объясни, что такое, в принципе, вкладываться в сумку. Так вот, в моем понимании, вложение в сумку, конечно же, существует, потому что, в первую очередь, если вы покупаете такие сумки, как Chanel, Dior и еже с ними, вы вкладываетесь в свое будущее, возможно, в будущее своей дочери, потому что такие сумки стоят всегда очень хорошо. И так как сейчас в моде винтаж, он всегда будет в моде, потому что некоторые люди не могут купить себе новую сумку, но при этом могут позволить себе хороший винтаж, вы, как владелец винтажной сумки, можете продать сумку даже иногда коллекционерам намного больше, чем это есть в реальности. То есть даже намного больше, чем новая сумка. Поэтому, в принципе, вы обеспечиваете в какой-то момент свое будущее и в какой-то момент будущее своей дочери, потому что если у вас будет дочка, она будет рада носить красивую винтажную, дорогую, люксовую сумку. Это что касается вложения в сумки. Для меня, я надеюсь, мы друг другу поняли, больше таких вопросов не будет. А сейчас мы наконец-то перейдем к сумкам, которые лично я покупаю в масс-маркете, потому что я считаю, что хорошая сумка — это не значит дорогая и люксовая. Конечно, это значит, но в принципе можно найти хорошие недорогие сумки в масс-маркетах за хорошие классные цены. Поэтому давайте начнем. Я, наверное, начну с такого среднего сегмента. Это как сумки Michael Kors, Фурлы, Качинели. Я сама фаворитка сумок Michael Kors, и в своем подростковом возрасте я была фанатом Michael Kors. У меня просто очень много сумок в Москве, их действительно много, понятное дело, сейчас я их уже не ношу, но вообще по качеству, цене, это одни из лучших сумок. То есть Фурла, она хорошая, а Качинели я много не могу сказать, потому что у меня всего была одна сумка от Качинели, и я ее носила пару раз. Ну, наверное, если ставить вот эти три фирмы, то самое лучшее — это Michael Kors, потом это Фурлы, и потом только Качинели. Я хочу вам показать вот одну сумку Michael Kors, которая у меня есть. К сожалению, здесь сейчас осталась только одна, потому что, еще раз повторюсь, я сейчас все реже и реже ношу сумки Michael Kors. То ли это вышло из моей какой-то личной моды, то ли я выросла, хотя это не очень такая правильная подборка слов, потому что Michael Kors сейчас делает очень красивые сумки, и вот одна из новых, которые мне подарили год назад, я ее по сей день не носила, моя бабушка подарила мне на 20 лет, через неделю мне стукнет 21, чтобы вы понимали, насколько это было давно. Сумка очень красивая, она абсолютно классно и стильно подходит к моему любому стилю, тавтология только что была. Она очень красивая, она очень классная, сочетание кремового и коричневого с этой монограммой Michael Kors, замочком здесь таким очень милым. Она действительно классная, она мне напоминает по размеру и, в принципе, по дизайну Dior, Lady Dior, неважно. И она действительно такая, потому что в том году я себе купила Lady Dior, и я проходила с ней 2 месяца и поняла, что окей, Лиза, тебе нужна какая-то замена этой сумки, потому что, ну, сумку за такую огромную цену занашивать каждый день, ну, она просто, наверное, не выдержит. И в тот момент я поняла и нашла ей вот такую вот хорошую замену. Эти сумки есть абсолютно в разных цветах, их каждый год обновляют, улучшают, делают лучше. Я уверена, что сейчас в Michael Kors есть намного лучше размеры и модели этой сумки. Но если же вам нравится сама по себе концепция сумки от Lady Dior, неважно, и у вас просто нету на это денег или нету желания покупать такую сумку, то я считаю, что вот эта сумка вам в помощь. Данная стоила 300-400 евро. Это недорого для такой сумки, при том, что кожа от Michael Kors абсолютно не портится, ее вот не знаю, что с ней надо делать, чтобы ее поцарапать и испортить.
потому что у меня, я опять же повторюсь, у меня очень много сумок от Michael Kors, и ни одна сумка, сколько бы я ее ни юзала, она ни разу не испортилась. Так что вам на заметку, что если у вас недостаточно денег, но вы хотите купить себе хорошую среднего сегмента сумку, то Michael Kors вам, конечно же, в помощь. Я тут упоминала фурлу, и на самом деле я хотела вообще начать это видео с летних сумок. У меня есть одна фурла, я очень люблю сумки фурла, особенно люблю Metropolitan фурла, опять же, все эти сумки, к сожалению, в Москве. И я ни одну не принесла сюда, потому что это подходит больше под мой московский стиль. Но у меня вот есть одна сумочка, которую мне в прошлом году подарила моя мама. Это такой новый дизайн, да, сумки, фурлы. Он уже старый, потому что мне ее купили год назад. И я хотела всегда купить сумку-корзинку. И вообще мой, наверное, идеал был это сумка-корзинка от Yves Saint Laurent, сумка-корзинка от Prada. Но я понимаю, что вложение таких денег в сумку-корзинку это не слишком умно. Поэтому я нашла более бюджетный вариант, стоила на 200 евро. Недорого, ремень у нее очень классный, из ремня она подходит абсолютно под любой цвет платья, под любой образ вообще. И на лето, ребятушки, это самый лучший вариант, посмотрите на нее, посмотрите, какая она классная, какая она в тот же момент crazy немного, но при этом я реально летом, вот я ее все прошлое лето приносила, и не было ей лучшей замены. Так что обязательно присмотритесь для своей летней сумочки к фурле. Если продолжать тему летних сумок, я вообще вам хочу супербюджетную сумку показать. Я ее покупала в каком-то магазине в Брно в прошлом году, когда была летом. Она стоила буквально 700-800 крон. Это вообще чешских крон, недорого. Тоже юзала ее все лето. И я считаю, что она мне прослужит очень много лет. У нее очень красивая подкладка, кстати говоря. Вот так вот она выглядит. У нее также есть такой вот длинный ремешочек, которым я абсолютно не пользуюсь. И внутри нее хранится мой шопер из Happy End. Те, кто из Москвы и те, кто знают про клуб Happy End, конечно же, поймут. Я ее ношу только летом. Она немного помялась, ее, наверное, надо вытащить. Очень классная сумка. Кстати, тоже как на лето, хороший вариант покупки. И вообще, я ее даже в универ бы таскала, и таскала у меня такая же есть черная, офигенная. Не реклама, просто говорю, что очень классная. Вернемся к этой сумке. Подкладка у нее очень нежная, сама она очень нежная. Цена-качество. Я думаю, что в любом масс-маркете вы найдете сейчас такую сумку, или даже лучше, моднее, круче. Я вот недавно в H&M видела очень классную сумку такого плана. Я очень сильно ее люблю и очень сильно вам советую, потому что если вы, как я, не хотите покупать сумку-корзинку от Prada, вот вам такой хороший, классный вариант. Сравнила сумку от Prada, конечно, с вот этой за 800 крон, но, ребята, советую. Я хочу перейти к сумкам, которые я давненько ношу, и сейчас в моем гардеробе это огромная составляющая. Это сумки поясные или через плечо. У меня их много, сейчас я соберу, чтобы вы понимали. Это сумка раз, это сумка два, это сумка... три, и это сумка 4, и еще есть две, которые можно носить также на поясе, но о них мы поговорим немного позже. Хочу вам показать вот эту, наверное, сумку, потому что ношу я сейчас ее чаще всего, это Herschel. Купила ее в Вене буквально за 25 евро или за 30, даже если это 30, это все равно недорого, потому что ношу ее каждый день, она опять же подходит под любой мой наряд, под любой костюм, на любой сезон. Если вы хотите быть более спортивной или же вы хотите сэкономить на сумке, но купить при этом очень хорошую сумку, то поясные сумки вам в помощь. Очень многие спортивные бренды, как Herschel, делают очень классные сумки. И они абсолютно, я человек, который обожает классику в одежде, я могу сказать, что вот эта вот сумка под классику офигенно подходит, с любым платьицем, с любыми джинсами и блузочкой, это будет смотреться офигенно, это просто мой фаворит. Вторая поясная сумка от совсем спортивного бренда Nike. Вот так вот она выглядит, я ее покупала на скидках за 500 крон, вообще недорого, но она огромная, она красивая, она вместительная, и... Я не знаю, что говорить, это, наверное, для совсем таких спортивных девочек. Я на самом деле использую эти сумки даже чаще, как просто закладываю их внутрь шопера, а сюда складываю все важные
вещи, как деньги, документы, паспорта, в общем, все, и кидает это в шопер, потому что в университет часто ношу большие сумки без кармашков, как шопер, опять же, и вот эти малышки меня очень часто спасают. Ну и также, если тебе надо пойти куда-нибудь в соседнее здание поесть, то ты просто берешь ее из прекрасного большого шопера и берешь ее с собой. Поэтому тоже, как вариант, вам на заметку, у Nike делают очень классные поясные сумки. И еще одна сумка от Бершки. Я ее очень часто носила вообще этой осенью, зимой. Я ее занашивала, я ее клала. В общем, я ее всегда клала. Надеюсь, я правильно поставила ударение. В общем, неважно. Свой супер классный объемный шопер от Longchamp, который я вам... Или Longchamp. У меня с этим названием проблемы, которые я вам показывала в прошлом видео о моих сумках. И потом всегда вот так вот носила, когда мне нужно было куда-то выйти, поесть или же сходить на прогулку, когда у нас были большие окна, перерывы между универами, всегда таскала ее с собой. Она офигенная. Это, наверное, вот после вот Herschel. Это моя самая любимая поясная сумка, потому что, ну, просто посмотрите на нее. Она более того из мужского отдела, стоила она где-то 900 крон, и лучше этой сумки я по сей день не нашла. И самая crazy моя поясная сумка, это вот эта вот поясная сумочка из H&M, я ее покупала на скидке за 300 крон, просто взяла рядом с кассой, когда что-то покупала в новогоднюю ночь, и у меня была какая-то болезненная серебро и все такое, но на самом деле она очень маленькая, и на самом деле эта сумка, когда я наконец-то начну нормально тусить, она мне будет помогать, потому что под любой total black look, под любой вообще look, на тусовочку, на дни рождения она офигенно подойдет. Так что берите на заметку. Вообще, я считаю, что поясные сумки лучше покупать в масс-маркетах, потому что там огромный выбор, огромные варианты, вариации этих сумок. И выглядит это все классно, и цена соответствует качеству, недорого, потому что есть такие классные поясные сумки от Louis Vuitton делает. Да, Louis Vuitton делает самые известные поясные сумки или через плечо, в общем, да, но я считаю, что платить за них 1300, ну, немного нерационально. Если говорить о более классических поясных сумках, то первую, которую я вам хочу показать, это вот эта, вот я ее покупала, не помню где, в Reserved, и я ее ни разу не носила, как вы понимаете, это была моя покупка... Не самая умная, потому что я не знаю, как ее носить по сей день, потому что она выглядит очень стильно и классически, но при этом она жутко неудобная. Я ее уже думала как клатчик носить, просто вытащить этот ремешок, ремешок использовать как ремешок, а это носить как клатчик, как огромный вариант и хороший вариант к этой сумке. Она тоже была на скидках, и на тот момент год назад стоила 400 крон. По сей день вы можете найти такую сумку, это самая классическая модель. И самая для меня непрактичная оказалась. Я надеюсь, что я найду ее применение. Я даже порывалась подарить ее одной из своих подруг, потому что я просто ее ни разу не юзала и не знаю, буду ли юзать. Но я думаю, придет время этой сумки, я найду ей классное применение или классный лук. И вообще, как один из вариантов, если вы не знаете или вам неудобно носить именно так, такого плана сумки, а мне лично их неудобно носить как поясные, я вам предлагаю просто вытащить ремешок, ремешок использовать как ремешок для джинс, а это использовать как клатчик. И, скорее всего, эта идея ко мне пришла только сейчас, скорее всего, я так и буду делать. И вторая сумка, такая классическая поясная, так сказать, это вот эта вот. У меня с ней огромная история, потому что я тоже была в Брно, и на тот момент, год назад в Брно, я купила эту сумку и поняла, что ну зачем сейчас, в тот же день, покупать такую же какую-нибудь вторую сумку. Я уехала из Брно в полной печали. И не купила эту сумку. И потом была ситуация, в общем, я до этого ее видела несколько месяцев назад в Варшаве, потом видела в Праге, потом увидела в Брно, и я просто в нее влюбилась. Она тоже поясная, как видите, здесь такие вот и штучечки, и чтобы посоединить этот ремешок и носить ее как поясную, но я так не делаю, потому что мне удобно лично ее носить либо так, либо, конечно же, на длинном ремешке, который здесь есть. Она просто украла мое сердце, и чтобы вы понимали, в трех городах, в трех странах, скажем так, я ее не покупала, и недолго думая, одну ночь я вернулась за ней, потому что поняла, что по сей день лучше классической сумки из масс-маркета я не найду. Она долго, кстати, была на рынке продаж, скажем так,
И цена ее была 1000 крон в Заре. Но просто посмотрите на это. Я думаю, что у многих она есть, потому что у многих я ее видела. Но она просто идеальная. Просто посмотрите, полюбуйтесь и поймите, что в масс-маркетах есть офигенно красивые сумки, если поискать, а не брать первую попавшуюся. Шагаем дальше, и я хочу вам показать свои две сумки, которые супер крейзи были покупкой. И они подойдут, скорее всего, для модников, потому что, ну, вот, например, вот эта, я ее покупала в Манго год назад, и она, конечно, собирает много вопросов, много я получаю в директ Лиза, где, как, зачем, но, к сожалению, я не живу на Бали, или к счастью, поэтому мне эта сумка просто не нужна, я ее купила в Манго. По сей день, вот я думаю, я ее носила пару раз, и она скрашивала настолько мои луки, что я вот думаю купить сюда какой-то, не знаю, красный, розовый, в общем, какой-нибудь цветной мешок положить, и это будет выглядеть намного интереснее, чем просто, чем просто вот такая вот сумка. Очень классная, конечно, я не жалею, что я ее купила, потому что она стоила не так дорого, до 1000 крон. Это вообще ни о чем, скажем так. Да даже если это о чем-то, то прикольно иметь в моей огромной коллекции сумок вот такую вот интересную. Но, к сожалению, я вот все пока уже год, даже больше года в прошлом году ее купила. Думаю, как же ее сочетать, хотя носила несколько раз. И просто хочу вам сказать, что если у вас тоже такая же объемная, обширная коллекция, то сумок, то вы, конечно же, можете приобрести ее. Сейчас в Манго ее, к сожалению, нету, но я думаю, что если хорошенько поискать, вы найдете. Да и, в принципе, я хотела вам просто показать, что масс-маркет иногда делает очень интересные сумки, и получше любых дизайнерских будет выглядеть. Ну, точнее, даже, может быть, и не получше, но поинтереснее. И еще одна сумка, которая... Ну, это даже не сумка, я не знаю, как это называется. В общем, купила я ее этой осенью, когда ездила в Вену в Urban Outfitters, просто мой любимый магазин. По сей день думала, что буду ее носить, занашивать. Она мне очень напоминает сумки Off-White, если честно, по цвету. И вообще она очень классная, стоила на 30 евро, то есть вообще ни о чем. Опять же, сюда классный телефон засунуть, но, к сожалению, опять же, я не живу в Берлине, поэтому все, что я купила, покупаю в Берлине или Вене, обычно не подходит к моему стилю в Праге. Но я уверена, что этим летом я пойду в Берлин и обязательно ее поношу. И я не знаю, вообще, Urban Outfitters, наверное, стоит считать масс-маркетом, но это такой high-level, можно сказать, масс-маркета, который я вам советую, потому что там есть очень интересные сумки, и они скупают очень интересные сумки классных таких сегментов, средних брендов, и там можно очень много всего интересного найти. Ну и также сам Urban Outfitters производит очень классные сумочки, поэтому очень качественные. Это не первая, наверное, или моя, даже если это первая сумка, то не последняя точно оттуда. Я очень люблю и вообще считаю, что... Я советую вам просто заглянуть на онлайн-сайт Urban Outfitters и найти вам хорошую оттуда недорогую сумку. Я забыла вам абсолютно рассказать про вот эту вот сумку. Была в планах рассказать вам о ней после Michael Kors, но я забыла. Я считаю, что это сумка среднего сегмента. Это сумка от Desigual. И я ее купила прошлым летом, потому что я понимала, что я не хочу вкладываться в сумку седло от Dior. И через несколько месяцев я купила сумку седло от Dior. Но неважно. Данная сумка от Desigual, она просто огромная. И она такая полумесяц, полулуна. Сейчас это очень модно. Она очень красивая. И даже вот эти цветочки, которые, мне кажется, Desigual очень сильно дешевят. Даже при этих цветочках эта сумка выглядит очень классно. Я ее тоже покупала на скидках прошлым летом в Берлине. Покупала я ее не за дорого, я ее купила за 30-40 евро. Просто в последние минуты, часы в Берлине, мы уже выезжали из отеля, зашли с бабушкой рядом с отелем в Десигуале, и она себе купила сумку, я себе купила сумку. Это было уже просто, знаете, вот такой последний глоток Берлина. В общем, мы купили сумки себе и просто счастливо их носим. Я обожаю эту сумку, и даже не снимая этот брелок, который, на мой взгляд, может дешевить сумку, но здесь вообще этого не происходит, и выглядит очень классно. В общем, я знаю, что в Desigual очень сложно найти хорошие сумки. Это такой хиппи-магазин, и лично я не считаю, что... Она упала, замечательно. Лично я не считаю, что хиппи-магазины могут быть сейчас модные или сейчас актуальны, но, возможно, через несколько лет они будут. Но, как я говорю, если хорошо поискать, вы обязательно что-то найдете. Вот я нашла. По сей день больше ничего лучшего для себя в Desigual не нашла. Это моя единственная вещь в Desigual, при том, что там реально сумки стоят от 100 евро. То есть я вообще не понимаю, как они могут стоить от 100 евро, при том, что это натуральная вроде бы даже кожа. Но я не могу точно утверждать, но вроде бы она натуральная. В общем, я не знаю. Просто...
приглядитесь, посмотрите. Я хочу вам сказать, что если у вас нет денег на Dior седло, то вот здесь у Куали по сей день есть такие модели, немного отличающиеся, но такие, которые вам подойдут. Я ее очень сильно люблю, ношу ее летом. Ну, она очень классная, серьезно, всем советую. Следующая сумка, о которой меня очень часто спрашивали, ей уже очень много лет, ей около 3 лет, я переехала в Прагу, купила себе эту сумку, она очень похожа на Шанель. Или же на Карл Лагерфельд, в общем, неважно. Покупала в Reserve, тоже на скидках, года 3 назад. И это самая любимая моя сумка из масс-маркета. Она очень красивая, она очень взносливая. Она похожа на фурлу каким-то таким, знаете, своим размером, да, на фурлу Метрополитен. При этом вот этим вот тканью она похожа на Шанель или Карл Лагерфельд. Она очень классная, она просто, ее не сносить, даже если вы ее будете носить каждый день, как я раньше носила. Я не знаю, я очень люблю эту сумку, у меня с ней очень много воспоминаний, и то, что она стоила около 400-500 крон, но это не может не радовать, потому что вот она 3-й год в моем гардеробе, она не сносилась, и я считаю, что это просто огромный-огромный знак того, что Reserved может вас радовать такой красотой, и я просто ее люблю, серьезно, она настолько красивая, и люди не знают, когда я рассказываю людям, что, ну, я ее купила на скидках, она стоила 1200 рублей, 1500 рублей, и люди на меня смотрят и говорят, ты серьезно? Это знак того, что масс-маркет творит иногда такие чудеса, что вы даже вот просто надо смотреть, надо искать. У меня набит глаз на сумке, поэтому, конечно же, я нахожу те самые красивые. Но вот это вот просто, я думаю, что вы понимаете, что это была одна из самых лучших сумок в этом видео. Но если у вас есть какая-то любимица, обязательно пишите внизу в комментариях. Мне будет интересно послушать. Еще одна сумка, которая стала моей любимицей, это вот этот вот пирожок из манго. Я его очень часто сейчас ношу, это действительно пирожок, просто посмотреть на него. Я уже говорила, что у меня есть такая ботега. Что и подтолкнуло меня купить этот предмешек от Манго. Но я не видела у ботеги, на самом деле, такого цвета классного ментолового. И он в себя очень много всего вмещает, при том, что он выглядит очень маленьким. Он все равно очень красивенький. Стоил он 500 крон и по сей день продается в Манго. Так что, если у вас есть деньги, есть желание, просто заходите и покупайте этот пирожок и носите его так, потому что у него очень длинный этот ремешок, поэтому я его сделала таким и ношу вот так вот на плече. Очень выглядит красиво. И посмотрите, вот этот цвет даже под голубую рубашку с джинсами будет выглядеть очень классно. Поэтому я вам просто всем советую присмотреться к этому пирожку. Он так странно выглядит, но на самом деле он очень красивый, поверьте мне. Или же, если вы не верите, зайдите в Манго и посмотрите. Я уверена, что вы купите его. Последние две сумки, которые я вам покажу, это сумки, которые действительно сейчас входят в моду. Это сумки, два таких сумки багета. Они действительно сейчас очень сильные и модные. Знаю, что сейчас это прям стиль. Давайте я начну с сумки Манго, потому что закончила я минуту назад сумкой Манго. На самом деле это такое мое маленькое расстройство, наверное, потому что, честно говоря, я ее купила на то, что 500 крон, и я изначально хотела другую сумку в Манго купить, но ее, к сожалению, не было, и я подумала, окей, я пришла и все равно что-то куплю, возьму себе по-любому. И купила я ее. Не могу сказать, что я слишком довольна, потому что она очень маленькая. То есть вот даже сравнивая вот с этой вот сумкой, ну просто это небо и земля. То есть если эту сумку я могу назвать хорошим, замечательным размером для сумки багета, то это она немножко мелковатая, я бы даже так сказала. Очень классная сумка для тех, кто действительно любит с собой носить помадку. Телефончик и наушники, это при денежке на карте, это вообще идеальный вариант, что я и делаю, когда я ношу эту сумку. На лето это тоже идеальный вариант, она тоже подходит абсолютно ко всему. И некоторые люди, когда видят ее на мне, думают, что это Гуччи, хотя на самом деле это никакой не Гуччи, но издалека это выглядит как Гуччи. В общем, да, сейчас Манго очень стала косить под Гуччи и под все такие мировые бренды, люксовые бренды, которые в винтаж сейчас тоже ударились. Манго вместе с ними решила сделать вот такую вот красоту, и на самом деле, если эту сумку в винтажке вы купите, ну, за 500 евро, то вот эту вот дорогую, милую, прекрасную сумку, абсолютно такую же, только на ней не будет написано Gucci или еще чего-то, хотя, конечно же, кому я говорю, если я всегда так и делаю. Неважно, я девочка, и я люблю сумки, но эту сумку можно купить не за 500 евро, а за 500 крон, точнее 1500, и вы будете счастливы и рады. И закончу я это сумочное видео вот этой вот сумкой, которая сейчас считается тоже вот вообще одним из моих фаворитов. Эту сумку я купила в бренде Melville в Риме. Я ее очень часто носила, примерно так же часто, как я носила сумку через плечо из Бershka.
Вот, она очень классная, она стоила 25-26 евро, ну максимум. При том, что на некоторых китайках ее продают за 100 евро, 100 долларов, что вообще у меня какой-то из ряда вон выходящих. Я зашла на один сайт и поняла, что, ну блин, Brandy Melville продает эту сумку за 25 евро с наценкой, ясен красен, а какие-то сайты продают с наценкой в еще больше и продают эту сумку за 100 долларов, хотя я бы сказала, что она стоит 100 долларов, но... Нет, забудьте. Brandy Melville вам в помощь. Она мне очень напоминает винтажную сумку. Она мне напоминает из-за клеточки Burberry. Она очень классная. Это просто лучший багет в моей жизни. Она очень вместительная. Я даже не знаю, что о ней говорить. Просто если у вас есть шанс, бегите и купите ее в Brandy Melville, если она есть в вашем городе. Этот магазин, к сожалению, в Праге его нет. Но если он есть, просто забегите. У них очень много сумок багетов. Но я выбрала данную и ни капельки не жалею. Потому что она даже подходит к моему пухану Burberry. Где там уже куча клеточек, но вот, вот с этой клеточкой это сочетается очень классно, и мне так нравится, я попробую сюда вставить фотку, и вы поймете, о чем я говорю. В общем, это моя находка, это просто кайф, и опять же, если вы не хотите покупать винтажку от Burberry, то это вам в помощь, что я и сделала. Ну что же, это было и все мое видео, я надеюсь, что в этом видео я вам действительно доказала то, что не обязательно тратить миллионы, тысячи, 100 тысячами на сумки люксовые, а просто можно вложиться в какую-то хорошую одну из мусс-маркета или купить две хорошие из мусс-маркета и жить спокойно. Особенно сейчас очень много скидок на сумки в моем любимом манго, потому что я очень люблю сумки из манго, как вы уже поняли. Или же в той же самой Заре. Очень много на скидках хороших сумок действительно сейчас стоит, и вы можете спокойно пойти, посмотреть и выбрать ту самую. Не скупайте все, потому что вчера я была в манго, и я видела девушку, которая действительно взяла 5 сумок, но они были, конечно, классные, но из этих 5-6 сумму, которую она взяла, всего лишь одна была действительно актуальна, классная и подходящая ей. Поэтому, пожалуйста, отталкивайтесь лишь от своего стиля. Отталкивайтесь не только от моды и то, что сейчас модно, потому что сейчас, например, то, что сейчас носят люди, мне, в частности, и подростки, мне не подходят по стилю, потому что, ну, это не мое. Но также, я считаю, можно найти что-то актуальное, которое подойдет вам тоже. Поэтому просто присмотритесь, сходите и, пожалуйста, не думайте, что все потеряно, скажем так. Потому что даже в мусс-маркете, как я вам уже доказала, можно найти очень классную сумку. Ну, а с вами была я, Лиза. Если вам понравилось это видео, поставьте лайк, подпишитесь на мой канал, и мы с вами увидимся очень скоро в следующем видео. Всем пока-пока. Люблю, целую, обнимаю. Пока.